Рейд начинается с вводного занятия и построения. Экипажам ДПС вместе с 7 инспекторами на патрульных мотоциклах предстоит работа на обширной территории Одинцовского и Русского районов. Проверка документов, наличие защитной экипировки и выявление водителей двухколесного транспорта, севших в седло в состоянии алкогольного опьянения. Задачами данного мероприятия является стабилизация дорожной обстановки, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь со стороны водителей мототранспортных средств и несовершеннолетних водителей. Так как летний период, он всегда обусловлен появлением большого количества мотоциклистов, подростков, которые управляют скутерами. Опять же, это связано с тем, что сейчас каникулы на большинства школьников. Естественно, больше времени они проводят на улице. С начала года на территории Московской области было зарегистрировано почти 300 ДТП с участием мототехники. В них погибло 27 человек. 276 пострадало, 10 из них были несовершеннолетними. Основные причины таких аварий – незнание правил, неуважение к другим участникам дорожного движения и низкий уровень водительской подготовки. Мотоцикл – весьма специфическое средство передвижения, требующее серьезных навыков управления. Вместе с трассами общего пользования госавтоинспекторы контролировали и менее оживленные дороги. Мероприятие проводится на плановой основе. Исходя из состояния аварийности анализа, проводится в коттеджных поселках, в СНТ, в дачных, для того, чтобы в первую очередь пресечь факты управления транспортным средством без соответствующих навыков, без соответствующих документов и подростками. Вместе с сотрудниками ДПС в тотальной проверке принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних и представители Госатомтехнадзора. Всего за время рейда было выявлено 16 нарушений, по которым составили административные протоколы. Работа сопровождалась поучительными профилактическими беседами о необходимости использования специальной защитной экипировки. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».